На сцене культурного комплекса «Артишок» развернулось торжество классической музыки. Воспитанники и педагоги Центральной детской школы искусств исполнили произведения Иоганна Баха, Вольфганга, Амадея Моцарта, Фредерика Шопена и многих других. Также на сцене звучали и знаменитые композиции из различных кинофильмов. Например, ансамбль скрипачей «Вдохновение» под аккомпанемент фортепиано исполнили танго Карлоса Горделя. Праздник классической музыки прошел в рамках спецпроекта Центральной детской школы искусств «Абонемента классической музыки здесь все поет». Мы организовали этот абонемент именно для того, чтобы как можно больше наших горожан приобщились к классическому искусству. Если они любят это, то мы с радостью их приглашаем на следующие наши концерты в новом году. Классический концерт «Праздник в ожидании праздника» посвящен предстоящим новогодним каникулам. Цель организаторов – чтобы химчане приобщались к прекрасному, не покидая родного города. Александр Сергеев, Вильфрид Дымковский, новости Химки ТВ.